Сегодня ночью ликвидировали последствия воскресной грозы. Из-за нее и шквалистого ветра в 19 районах частично погас свет. В Лениногорском и Менделеевском повреждены кровли нескольких домов. В набережных Челнах молнией угодил строительный кран. Случись это в рабочий день, без жертв бы не обошлось. Весь день очевидцы выкладывают видео последствий урагана в социальных сетях. Ветер рвал линии электропередач, вырывал с корнем деревья и не щадил домов. В Лениногорске без крыши осталось одно из зданий политехнического колледжа. Сегодня утром рабочие расчистили территорию и в течение недели обещают залатать поврежденное покрытие. В результате шквалистого ветра в двух муниципальных районах Лениногорске и Менделеевске повреждены кровли 8 частных домов и 3 административно-хозяйственных зданий. Произошло аварийное отключение электроснабжения в 69 населенных пунктах республики. Под отключение попало 6746 домов с населением 20773 человека. Сейчас электроснабжение восстановлено повсеместно. Страшнее всего пришлось тем, кого стихия застала в дороге. Дождь был такой силы, что не спасали ни дворники, ни противотуманки. Водители останавливались на обочине и ждали окончания ливня. Те, кто рискнул продолжить движение, становились участниками аварии. Воздержаться от поездок лучше и сегодня. Прогноз на эту ночь – гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду. Альбина Шакирова, Вести Татарстан.